Опять Полифемус, опять будет говноран. Окей. Люблю Полифемус. Нет, шок молоко это не старт. Потому что Лос самый мощный в этой игре. Персонаж. Да никак не мощный, а в том плане, что он самый опасный плюс мощный. Потому что я не могу его поставить не первым. Потому что на нем шанс умереть пиздец огромный. Чудовищно огромный шанс умереть. По поводу и без. Потому ты не можешь его ставить никуда, кроме первого слота, если ты его играешь. Мерзкий дюк. На. Спидап. Боссы мало. Боссы это все же мало. Тем более без тира это были бы косы. По-моему, ты что-то не понял в моем сообщении только что, мистер Круитмен. Шанс умереть на ласте огромный. Нахуй его ставить вторым, если ты на нем умрешь с очень огромной долей вероятности, чем на неласте, тем более на айдлсте. Обычный лос там еще более-менее, там еще жить можно, но на альт лос это шанс умереть просто огромный. Какой смысл его ставить дальше первого слота, если ты очень вероятно потеряешь ран, с очень высокой долей вероятности потеряешь ран. Нихуя. Окей. Тогда возможно. Хотя, конечно, мегабласт на альтосе тоже очень довольно крипово. Честно говоря. Очень крипово руна. Очень криповая муха. Ну вот да. Я думаю, это недолго. Пора продлиться веселуха. Щедрим нормально, окей. Жопа. Но, наверное, это не такая проблема. Наверное. Кошка? Тут не может быть кошка. А чё он дает? Или он ничего не дает вместо кошки? У него нет, да, на дропа? Просто. Никакого. Место айтема. Типа он вообще не дает, видимо, айтем, наверное. Это не такая тупость. Плута похуй на плута. Быстрее. Просто. Я не могу это брать. Ролл. Пока. Ну-ка. Осталось всего лишь не умереть, да? Пули карты не видел ни одну за ран. Ведь мантия все еще пока есть. Привет, волк. Любого импера. Любого импера. Красивая анимация. Я летел в сторону во время анимации. Перехода на этаж. Это вообще законно? Это вообще законно?
Это вообще нормально? Что так сейчас было? Нет. Все, ран невалидный. Минус-минус ран. Опять минус ран. The magician. Ох, бля. Лохи, осторожно. Чудовищно медленная рума. Кончими этаж чудовищно так же. Вы нахуй троллите? Какая там хуета не умирает? Или нет? Это ж ебанутые. Нашел играть медленно и безопаснее. Но медленнее, наверное, все-таки. Так. А. Га-га. Действуй сюда. Лучшая нахуй рума. Благо это не сюда. Вернее, было не туда. Это приятно. Пофиг. Это я уже проверил, на ласте прикольно было. Это могло быть настолько быстрее, если бы ебаные этажи. Эти ебаные этажи все засирают. А! Настолько все засирает, понял. Нихуя себе. Нихуя себе прикол. Дайте паспорт Франции. Как эти ебаные майнды находить? Как нахуй? Просто нахуй как? Куда они их высирают, я не понимаю. Просто нахуй нет в этой игре. Двадцать параша. Тем более на эту долбоебину. Вообще еще даже не знаю, что тащу. И пикак. Которого тоже будет дэмэдж меньше. Он там меньше навлияет. В идеале пикак какой-нибудь. Или просто очень хороший ангел. Полифемус вчера был пиздец плохой. Полифемус, по-моему, полное говно на ней. Привет, Войт. Ладно, еще какой-нибудь старт для начала. Какой-нибудь старт.
Какой-нибудь старт. Уже 10 минут. Маф. Очень поздний маф. Очень интересный прок. Для мегетона, правда, при этом. Нет, если это нихуя не тиран. Вообще нихуя не тиран. Стоп, если больше двери не ломает, не должен ломать. Просто ему повезло. Ты мавом? Wait, мав ломает двери с этим. Или ты троллишь опять? Опять дюк троллит. Опять дюк троллюга. Камни ломал. Возможно. Я не беру опять красный хп. Опять я не беру красный хп на эту ебаную дуру. Как же меня это уже само бесит. The Nice Market. Упс. Упс! Как его убрать? Если уже был маркет. И маф тоже прокает сразу, да? Я даже мало не управляю. Из-за этой хуеты. Вроде ушел это. Так. Ладно, подождем маленько, ничего страшного. Немножко можно подождать. Мы пока спешим не сильно. Опа. Я запомнил, что можно ломать двери мало. What the fuck? Теперь там тупик. Так, роза есть. Бомба нет, ну и ладно. Выключить. Это за паттерна. В этом месте. Нажать. Так, без паспорта Франции в этот раз справились. Неплохо, неплохо, неплохо. Майн-то вроде не потеряю. Бомб нету. Я опять забыл, что я сам бомба. Маф, сука. А, я потерял эксит. Подожди. Да, эксит? Да, я потерял эксит. Wait. Я забыл, что у меня был с этой хуйней. Тринкет Беттани. Плюс один тринкет, вау. Вау, Займель, плюс один тринкет, понял. Я все понял, Hello Infamous. Плюс один тринкет. Бомб все еще нет. Этот спидран, это какое-то говно. Невозможно. Че я потерял? Аквариус, да, потерял? Хуй с ним. Аквариус мне не нужен. Ролл, ролл. Не нажал ли мегатон, ну и похуй, дали тирейт, пойдет. Похуй, на мегатон все равно теряете виспы быстро. Кто? Сэн-Николсон. Неплохие этажи. Да, уже нихуя нет, правда. Тут скоро умрет, очень скоро. Это вообще не билд. Очень слабо. Эй,
Это очень слабо. Ока. Теперь жить можно. Теперь это, возможно, будет не сразу. Опять не беру хп. Что здесь? Даже можно было не брать, наверное. У меня уже сколько? 3 ролла, да? Не, 2 ролла. Дополнительно есть. Что там, корона осталась? Корона, Хейла, какой-нибудь полет. Ускорит. Немножко. Даже бомба есть. Вау. Ревелейшн. Ревелейшн долго заряжает, ну типа полет. В категорию полет пойдет. Один хер, у меня мафа со мной будет билд. Там прям больше дэмэджа. В любом случае на этой дурочке. Не, я буду Годхэд ролить. Годхэд маленький дэмэдж ап. Ничего, по-моему, не особо-то нужен. Нет, нет, нет. Да вы ебанулись. Не иначе. Ну ладно. Ну, дай бог, может быть хотя бы со 20. Если повезет с этажами дальше. Нет, нет. Так, ладно. Тирейт. Батя этаж. Окей. Что там говорил про этажи? Повезет с этажами. Не в этой жизни. Не в этой вселенной этой игры. Повезет с этажами. Нихуя, сколько-то рум? Это очень много рум. Слишком много рум. Охуенно. Бомба. Нет бомбы. Как будто телепилс кафедрал в эрору. А, надо было брать хп красное. Ну, хотя все будет. А, не хватает уже, так хватило. Окей. Нормально. Хватает. Ебануться нахуй, этаж просто ебануться. Так. А! Я не писал, куда пошел. Ну ладно. В принципе. Не. Уже того не стоит, наверное. Ну это тоже нормально. Всего один, прискорбно. Даже по-моему не будет глухого, да, по-моему? Из Франции у меня еще нет кардинга, подожди. Пока еще нет. Пока еще вроде не совсем. Окей, это же хорошее. Конец. Ладно, сойдет. Не так все плохо. Да ёб твою мать этих крипов. Кошку брать не надо. Чего ебать, так я мало ее использую. Ну, тут неплохо трахает. Так-то, в общем-то. Теперь Аполеон. Теперь Ран будет умирать на Аполеоне, а не на этой дуре, да? Может, не будет.
А, смотрим. Нужен тирейд, а потом лучше нож. Yeah, first one was outlost. Nice switch. Tiny battery in second slot because fuck tiny battery. Speed up. Ладно, похуй. Спидап тоже, наверное, нужен. Ой, плохая рума. Бежать! Нихуя прыжок. Уверенный прыжок. Тирейд. Такой себе тирейд. Вортер! Копейку еще от меня отбили. Ладно. Сегодня без копейки. Ну что, маф или бан? Или нож или бан? А потом майнд. С айтем рума. Кейс один. Бан. У нас там есть на бан. Претендент. Приятно. Ой. Ладно. Лопата. Лопата все обычно плохо заканчивается, когда у вас нет ножа к этой лопате. У меня плохое предчувствие, что мы с этой лопатой закопаемся сами. Типа не брать лопаты, это блядство. Такое себе не могу позволить. Просто найди нож на сделке следующий. Я еще не взял ключ. Теперь не могу почекать планетарии. Печально. Даешь скини от Mushroom. Shot speed down. Что здесь? Луна! Псевдомаппинг. Еще я сильно победил. Стоп, бафнуто, а что все не бафнули? Теперь быстрее прогут эти. Порталы быстрее прогают. Или что-то могли бафнуть. А, Вимус Хорлёк. Там теперь можно просто проходить сквозь них, или надо все настоять как долбоёб. И ждать. Блять, ключа нет. Я там скипнул опять ключ, да? Или там нельзя было его забрать? Тут ничего не может быть. Так, это два довела этого минимум. Неплохо, неплохо, неплохо. Много дэмэджа, неплохо. Роу. Фак. Похуй на удачу. Ускоряй меня. Да я, блядь, стану. Плюс тирейд. Ту-ту-ту-ту.
Ну, в принципе, будут бомбы. Тирейд можно будет немножко бахать. Это не так плохо на самом-то деле. Вполне себе полезная хуйня. Сегодня тем более будет близко от старта каждый раз. Довольно вероятно. Много дэмэджа? Ну типа он с твоим же скелется дэмэджем. 9 дэмэдж — это не так мало. Конечно, немного, но не так мало. Я знаю, не надо, но типа я теперь не могу этого не делать. Привет, Мика. Рассел, молодец. Сколько он получил очков? 8. С половой или сколько там дают. За второе я даже уже и не помню. Девять. Найс. Хорош. Я буду рулить, скорее всего, босса рашвал. Кринж. Окей. Ну-ка. Раскидали. А, ну да. Тут я, конечно, встану. Стоп, Ран даже не умирает на Аполеоне. Что-то поломалось. Видимо, умрет на Кипере. Что-то явно не то. А, не, он умрет на Джудасе, который я же. Я же взял вместо Джудаса этого, мемного Джудаса. Он там точно умрет. Все. Разобрались. Я вспомнил, что я сегодня сделал. Нет, тебе не показалось. Не, мне он сегодня понравился. На Кипе на этом же играл сегодня казуально. Типа вроде там получалось по 5, по 6 плюс дэмэдж за руму порой и больше. Но не факт, что это будет так работать в этих условиях. Посмотрим. Тем более ты идешь на Ангела, что тоже хорошо. Насильно идешь на Ангела, хочешь не хочешь. Нужен Бухор, я не помню. Может, и не нужен. Старая добрая ебля этими странными врагами. С посмертными слезками. Ебать. Нет, даже не монстр там. Красивый ноутбэк спайк-блоков. Come on, пауки. Пауки прекратить. Карта, wait. А вдруг? А вдруг? Не вдруг. Но вдруг! Было бы хорошо. Летим. Тиндори. Охуеть, опять далеко. Вон, две сверкаешь.
Так, я туплю. Никакого не пошел. Серьезно? Я люблю, спасибо. Я его покатила. Она более-менее. Так. Долбоебская острота. Так. Ролл. Не успел. Да, окей. Это сейчас было подло. Это я не буду фармить. Так время теряешь, блядь, такие магазасуют твари. Совсем что ли уже? Блядь, это нормальный лайаут. Неплохо. Погоди. Погоди, погоди, погоди. Батарейка еще бесплатная, подожди. Денег много. Come on. Что за жестокость? Я что-то задумал странное, по-моему, только что. Что-то странное придумал. Я этот ран уже все равно пойду, наверное, в любом случае. Если меня сейчас не убьют. Меня сейчас убьют! Скорее всего, правда, я никуда не пойду. То можно быстро изменить. Нет! Нахуй! Да вы заебали, уроды горящие, ёб твою мать. Какие нахуй мертвые, блядь, твари ебанутые. Так, это брать. Это брать. Эх, хороший ролл. Охуенный ролл. Плохо. Ладно, может будет хороший магазин потом. Посмотрим, один хер бежать без маппинга тоже долго. Так и так плохо. У него квад есть, 3.5 дэмэдж есть. Нормальный DPS. 3 минуты сплит, ну ничего страшного. Сейчас что-нибудь придумаем. Диплопия таит огромную силу. Но тут ее не использовать. Ну не, не-не-не, мало. Магаз очень близко. Магаз очень близко. Ну снова листок. Либо уже терплю до сделки. Уже не терплю до сделки. Justice. Причем магерский, блять. Сука. Ну не, вряд ли же ангельский. Совсем долго. Неплохо. А, мне две бомбы. Точно, я вспомнил. Оу.
это как-то работает. Хуй его знает. У этого два ножа, у меня ножей. А ножей будет много. 5. Плюс нож. Сейчас я плюс нож. То получается маппинг нож. 5 минут-то разыгрывали, да? Ну ладно, могло быть хуже, наверное. Могло быть и хуже. Осталось не умереть. Так в смысле? Фулл маппинг, давай. Уж точно не заблужусь теперь. Что так лост умер-то? Что ж тебе не жилось-то? Эх, вот скорость было бы приятно, ну ладно. Другой раз. Так. Понял. Не видно, что я на дьяволах. Я там ничего не куплю хорошего, там денег надо много. Так куплю. Ладно. И рейдж пойдет удалеко. О, нихуя. Иди сюда. Отпусть, ладно. Пойду сюда. Обожаю эту руму. Как ее проходить? Как ее проходить здесь? Видимо так. Охуенная рума. Далеко. И бомб ноль. Далеко и бомб ноль. Не дали денег, ну ладно. Могли бы и дать. Не взял удачу. И не маш. Какая интересная карта. Что же это за карта интересная? Я не взял, да? Да, я, по-моему, не взял. Тролл. Охуй. Этажи. Этажи, этажи все еще радуются. Этажи все еще на уровне. Упс. Ух ты ж, господи. Ладно. Чуть не чокнулись. Ароу. Этажи все еще парашные. Враги в этой игре.
почему вечно поломанный после удара? Это нахуй бесит. Понятно. Уже медленно. Которого можно было не скипать. Бомбы. Можно хермит лучше, чем мункарта. Надеемся на хорошую монстроту. Не с той стороны. Чему? В общем, не важно, нахуй это взял. Это может быть хорошая монстрота. Ну. Бомба была бы, было бы неплохо. А, кости работают, я вспомнил. Вот почему это взял. Точняк. Есть энергия с костями. Нихуя себе, там все еще живой. Наполовину. Я два кубика я троллю. Ой, это кнопка, фак. Господи, два кубика. Бади, наверное, все же нет. Фетус. Оу, oh, ноу. No. Зачем фетус? Зачем фетус? За что фетус? Ладно, похуй. Таймера, там два таймера. И тот, и другой есть. С обоями, да. Одинаковые? Нет. Как они одинаковые? Смотри внимательнее. Они не одинаковые. Нет, так игровой таймер, он был нужен для лайфсплита, ну, офсплиттера. В этом была вся идея. Там справа два таймера. Он и должен это совпадать с этим, с таймером внутри игры. Чтобы у тебя были актуальные эти сплиты. Или ты про чё? А, нижний, да, там нижний таймер есть. Тут RTA. Стоп! Wait! Я этого не замечал? Они теперь не умирают с одной бомбы? What? Ебать. Так, я точно не пойду на дьяволов. Ни в каком виде. Тем более, имея два кубика. Раньше было не так? Я теперь не уверен. Но, возможно, не так. Хоминг, а нахуя мне хоминг на фетус? За каким лядом мне нужен хоминг на фетус? Опять казуальные советы из чата. Норм же? Ну, нет, не норм. Было бы норм, я бы взял. В том-то и идея, что это не норм. Потому что если ты посмотришь внимательно на экран, ты увидишь, что я пытаюсь взорвать комнаты. Каким хуем ты это будешь делать, если у тебя будут хоминг-бомбы? Они будут хомиться на врагов, а не в двери. Как это играть? Как же это будет норм? Вроде все на экране.
Будет же видно, что я делаю. Это вся идея. Тебе надо взрывать двери. Врагов взрывать много ума и так не надо. Враги обычно довольно крупные. Их можно пасть без хоминга. Сагрит? Нет, сагрит буду, потому что там дэмэджа много. Тут мы врубаем заднюю. Тут мы даем назад. Но там два с хуем мультиплеер. А хоминг он нихуя не дает, кроме хоминга. Тут уж хоминг как бы придется потерпеть. Ничего не поделаешь. Тут во имя, так сказать, общего плюса. Придется немножко пострадать с хомингом. А вот и хоминг. Хера это трогался, но это в те книги, может, даже не найду. Трата времени пустая, по-моему. Поверю. Ладно. Нет, будет хуёво Рандфирс. Скорее всего. Врагов убивать нечем особо, маппинга нет. Скоро начнет очень сильно замедляться. Опять это уёбище красно-розовое. Он его вообще, да, не задел? Класс. Ребята, давайте как-нибудь вы это разберетесь. Ну, хотя бы так. Ролл. Ролл. Не успела, по-моему, определиться, ну ладно. Повезло и так вроде. Маппинг без билда. Ну, маппинг. Но без билда. Привет, полка. Срочно. Нет, маппинг это, к сожалению, не билд. Просто маппинга маловато. Чё здесь? Тера. А, плюс, подожди, это такой большой дэмэдж ап. Или это синергия с Ферзом такая интересная? Получил дэмэджа. У вас там будет меньше дэмэджап. Чё по имперерам? Имперров не найдено. А чё по роллам? Ролл вроде будет. Понял. Все нахуй мимо. А был бы хомик, да рабы, да уже. Я бы уже прошел бы войд, наверное. Жаль. Жаль, жаль, не взял. А, сделка у меня такая. Охуительная история. Это охуительно, что нету сделки. Мне
мне же она как бы не нужна, у меня же билд тоже готовый. Ладно, негатив тоже дал маленько дэмэджа, хорошо. Интересный босс. Ты Земель этого не починил? Матриарха, да? Я не починил. Тут тоже. Тут тоже все хорошо. Трупом ХП. Теперь уметь вообще невозможно, по-моему, на этом боссе. Вообще никак. А, я забыл, что он это делает. Опять. Окей. Красиво. Просто... Фу, нахуй. Выплюнул. Это будет нож, да, просто? Просто нож. Просто нож. Я помню, это можно ломать двери. Wait. Ха, ран не валидный, потому что это починят как каким-то хуем. Как это сделать? Я туплю. Ну окей, это не так плохо, по факту. Может быть 53 будет. 53. Сейчас будет Джудас мемный. И потом будет Азель. Азель может быть очень быстрым, если прокнет. Но шанс небольшой. Ха, попался. Сильно трахнул при этом, урод. Поймав. Не улетай. Ай, тут сундук плохой. Ты что, берется или нет? А хуй его знает. Это работает, да ведь? Это работает, по-моему, как-то. Или нет? Подожди. Я троллю. Я троллю? Нет, это того не стоит. Там, по идее, минус рейндж, но я про то, что потому что там слезы какие-то есть тоже. Не помню, нет, нихуя. Типа, кости прокают кости теперь с ножом. Бади вроде нет. Они же там сделали синергию Брима с этим, крикет с Бади. Какие-то приколы, они там все равно замутили новые синергии. Видимо, все-таки не совсем все. Да, сажа 53 будет. Грузап 53, окей. А вот и сектор мем получается, и даже сплит мем. О, это маф. А, маф тоже прокает сразу, да, когда я хуйню эту прокую? Да ну? Или нет? Да. Хм. В принципе, это даже не то чтобы плохо. Кстати. Дэмэджа меньше, но то безопасно. Безопасность превыше всего. Я не пойду в альты. У этого уёбка синее хп. Рейндж, естественно, классика. О, хп, я пойду брать хп. Уже не хочу, чего ран закончить рад сегодня. Не хочу умирать. Суп. Пошли вот. Да какие костры. Матинг. Спидап неплохо, по-моему. Ой, я там прохнул. Брать блайнд айтем и кринж. Минус тирей, да? Может быть плюс дэмэдж? Не факт, что плюс дэмэдж. Это был плюс дэмэдж? Я что-то особо не понял.
Может быть, не был. Может быть, был. Быстрее. Найс. Был? Найс. Тогда хорошо. Эх, не два синих. Ну, блядь, а хотя ладно. Пойдет. Новая мета, да? Вряд ли. Тут просто мав старт, тут и то было бы нормально. Тут даже быстрее было бы, наверное, на обычном Джудасе. Вероятно. А, я не могу менять его билд. Наебал могу. Breath of Life не убивает же нынче? Или убивает? Вопрос. Вопрос знатокам. Срочно. Могу ли я вязать Void? Потому что там будет два этома на Ангеле. Ну, либо на Дьяволе, халявно. А там Breath of Life. Ребята, срочно. Скажите мне. Я эту юзаю или нет? Убивал на метрономе? Разве? Хотя возможно. Юзаем? Ладно. Это ж охуенный. Я не помню. Вообще, может, только метроном, наверное, правда. Чем у меня еще будет этот? У меня будет прок этого Dark Arts тоже. Один. Это будет интересный войд. Это будет любопытный войд. Батарейка хуёвая. Бамба теперь тупо чилит. 3 секунды. Охуенный босс. Классный. Ой. Ролл. Войд не юзается до сделки. А, дэмэдж. Найс. Ключ. Пока. Может, я это вязаю в магазин? LOL. Так, подожди. Планы меняются. Планы меняются. Что долго это пиздец, но если прокнет, то будет прикольно. Причем, блядь, что диплопе есть. Эх. Не пошло, ну ладно. Это стоило того, по-моему, стоило попробовать. Что может быть еще диплопе? Нафармить уже сложно будет. Уже будет слишком долго такой фарм. Стартер дек, и что он стартер дек? Типа, как я найду второй Имперор? Нынче Еро, по-моему, хер найдешь. Не очень быстро. Я ролла не буду. Даже с ангелом. Если это будет ангел, то будет ролл. А, ангел, какой ангел? Какой ангел? Нету ангела. Ангел был только один обещанный. Остальное не обещали. Получил тирейд. Все еще неплохо вроде. Ой. А что еще? Получил рейндж. Ударь меня. Спасибо. 5 тирейд. О господи. Oh!
Эх, был бы пирсинг, но лакрифагию было бы хорошо. Так, не очень. Это будет, может, 1.04, если повезет. С Эмперором. Нужны этажи очень сладкие. Битвеса маловато. Ну не, все же, наверное, это мем. Все-таки туда с того не стоит. Скорее всего. Слабенько. Тут же теперь же не... На, и мэджик. Может, тут же теперь, по-моему, не может быть, да, по-моему, бланкарты. На бустраше. Можно уже не чекать. Это будет дэмэдж наверняка. Возьму. Негатива стратегически и прок дэмэджа. Найс, наконец-то не прошло и полгода. Бомбы 3, надеюсь, хватит. Бежите обратно. Нахер, сделки нет. Клёво. Не пушьте бомбу. Как же это долго все. Как же это все долго. Ладно. Затроллено. 1.04 с хуем будет, да? Улетай, уёбок. Значит, вообще стены эти DPS-а пиздец мало. Но не, этого уёбку уберу. Очень слабый по дэмэджу человек. Тем более, если выкинуть его это. Обилку. Типа он без мавы интересный, с мавом не особо нужен. Терять. Не справились. Окей. Убийственно медленно. Это не мех. Чар последний. Ну, на ВР это уже не тянет.
Либо какой-то нужен ебаный телепорт дикий. С ножом тут. Маф. На Азазеле. Да не, хуйня какая-то. Так это тупость, по-моему. Ну, мало сегодня прок, это справно. Дадим им должное. Сегодня мавов было много. ВР 1.12 с чем-то, я не помню, сколько там у этого приколиста ран. 1.12 с чем-то. А, ровно. Ну, то есть вообще без вариантов. 6 минут ран в этой ебучей игре не делается. На Азазеле. Или делается. А может делается. Просто добавь нож. Правильно. На который еще нет хп пока что. Нет, не норм. Слишком там теперь этот дэмэдж мультиплеер трахает. Хотя, может и норм. На брим, может, нормально. Не знаю. Там, по идее, ты вряд ли будешь сильно мазать. Ну, все у нас, типа, слабенько. Слабенько, но, наверное, да. Наверное, был старт. Ну, все, наверное, на ангелов, правильно. Сделки брать нечем. Или будет, если хп красный, может, я пойду. Или все равно пойду. Ну там тупо нужен нож, там ничего больше на ебаном дьяволе. Просто ничего. Что тут как-то поможет. Как-то интересно поможет. А, тогда ладно. Шанс на нож немножко увеличился. Но пока у нас нож такой. Нож отложенный. Да, наверное, на Азере 20-20 норм. Валидный тейк. Уж игры на нем только. На нем сложно промахнуться. Так, подожди. Подожди. Нужен срочно нож. Это стало чуть интереснее только что с этой картой. Кол берется, да, ведь? Она берется. Защитник Минус, иди нахуй. Нахуй защитник Минус. Блин, даже берется Крампус Хэт. Ладно. Кол все еще норм, правильно, правильно. Правильно. Я сам себя утешаю. Вроде нормально. Чем же нет, нам все равно дэмэдж прокает. Даже если нет рейнджи. Но в конце больше дамажит. На конце брима. Сам это взорвать, ну ладно. Так. Налог на Крампуса заплачен. Роу. Мало, 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 мало. Их не хватит этого. Нужен был нож очень быстро. Слишком хуёвый DPS. Это будет неплохой ран, наверное. Можно я на этом пока успокою Стер Плюс. Он буду ванилу ранить. Довольно дохуя было удач на один ран. Импер на месте. Проверю, вдруг проебал импер, будет грустно. Я расстроюсь, не хочу терять импер. Да.
Ну вот все неплохо, но все не то. Но все неплохо. Я ж не вижу, что хуевает, а просто это, блядь, не нож, сука. Нужен ебаный в рот нож. Его нахуй нету в этой ебучей игре. Просто нахуй нету. Я бы даже дагер, ну нет, дагер параш. Дагер, ладно, дагер, может быть, тоже бы маленько помог. На боссах маленько бы ускорил. С ножом-то был бы ВР, я думаю, скорее всего. Так, по ощущениям. Я бы тоже минут где бы быстрее бы так лирил. Но просто теряю время чудовищно. Камон. Чё-то эта хуйня троллит. Это все еще не он. Я не хотел это брать, но ладно. Тут нет бланкарт. Ой, я пробежал. Думаю, это нереально. О, Дюк, ты готов? Хуя. Ладно, я не буду заниматься. Сука. Ебать там книг. Не-не-не-не-не. Не надо. Ну что, меч пойдет или нет? Нух-ух. А мне ключи, да, нужно, потому что я троллю. Мне нужны ключи. Ключей мало. Своевременно. Лопата своевременная. Вампир не проебал. Даже может почекаю. Не пошло. Как и надо. Федерал будет очень хуёвый. Нормальный брим. Окей. Не гапим. Ну ладно. Брим бы тоже маленько бы ускорился бы, дали его раньше. Сабанем 15 хотя бы, может быть. Кринж время. Сабанем 15. Где тут 9 минут ран, по сути? В принципе, неплохо. 10 минут ран. Дальше вот этого уёбка распиливать полдня. Или не полдня. Чуть быстрее. Нормально. Старт майна, в принципе, оправдался плюс-минус. Вау, в игру можно даже играть без ангелов, получается. Нихуя себе. Ничего себе. Вот это невероятно. Ради Майка. Если он это смотрит, он стримит. Он это не смотрит. Не оценит. Я не могу стрелять его. Ебаный айтем ход, какое говно. Он мне брим ломает. Какая хуйня. Понял, мем, он фанат ИБС. Сказал, да хуй, я не знаю почему он фанат ИБС, но он фанат ИБС. Зачем-то. Не, ну лучше, по крайней мере лучше. Ну кипер был мемный, кипер был сильно мемный. На кипер я прям максимально мемил. Этот старт с диплопи и компасом. Ну забавно, два импера, нож, компас. В принципе, неплохие раны, где была хуйня? Типа 8, почти 11.
Тут 12. Нет, тут тоже 11. Тут почти 12. Тут почти 11. Джудас хуйня полная. Джудас надо менять обратно. Все-таки это плохая идея. Ну, вернее, там, блин, без мава вроде, может быть, нормально было с мавом, конечно, это бред.